Привет, это Droider.ru и это стенд компании LG на выставке CES 2013. И здесь есть много всего, в том числе смартфоны. Один из них — это новый флагман компании, который называется LG Optimus G. На самом деле он представлен в интернете уже был давно, но подержать его вот удается только здесь по-настоящему. Все ждали то, что будет LG Optimus G2 с Full HD экраном, но здесь, к сожалению, есть только LG Optimus 1, у которого тоже неплохой экранчик, IPS диагональю 4,7 с разрешением 1280 на 768. Да, давайте посмотрим на корпус. На самом деле он выполнен, дизайн немножко похож на дизайн Nexus. Nexus 4. В принципе, Nexus 4 как раз сделан на основе этого аппарата. Как видите, задняя панелька тоже стеклянная и имеет такие блестящие переливающиеся штуковины. Если вот так вот двигать, получается красивый эффект. Здесь еще есть камера на 13 мегапикселей, которая немножечко выпирает. Ну, я даже сказал, не немножечко, а на пару миллиметров. Вспышка, сбоку у нас кнопка для включения питания, сверху разъем для наушников, с этой стороны качелька для громкости, тут у нас экран и здесь у нас разъемчик microUSB. Есть еще модификация со слотом для карты памяти и модификация с камерой на 8 мегапикселей, которая не выпирает, а более гладко расположена. Но это на самом деле модели для разных операторов Америки. У нас, наверное, будет немножко по-другому. Давайте его включим и посмотрим, как все это дело работает. Вообще тут стоит процессор Qualcomm Snapdragon S4 Pro, четырехъядерный, один из, ну, мощный процессор действительно, и это видно, то, что работает все шустро. Например, вот этот экран разблокировки, он выполнен с такой приятной анимацией, появляются какие-то лепестки роз, еще какие-то листочки. Сейчас все корейцы на самом деле фанатеют природой, вот как Samsung фанатеет природой, так и LG очень любит природу. Вот листочки вам, пожалуйста, вода и вообще все природное. Также с экрана, ну, таким образом экран разблокируется. Блокируется он тоже с анимацией вот такой. Можно сразу запускать какие-то приложения, например, камеру. Камера здесь тоже забавная. Здесь есть, естественно, серийная съемка, панорама, куча всяких эффектов. Но самая забавная штука – это голосовое управление. Мы можем сказать ему одно из нескольких слов. Это, например, Cheese, Smile, LG и еще что-то. Вот, кстати говоря, он уже сделал фотографию. Но, правда, я хотел сфотографировать себя. Попробуем еще раз. Например, так вот. Cheese, smile, cheese. Так, ну, наверное, очень громко тут, на самом деле, плохо слышно. Последний раз попробую. Cheese. О, получилось. Правда, улыбнуться не успел, но вот, пожалуйста. Камера снимает, вот моя физиономия, я уже тут много раз улыбался, говорил ему чиз и другие слова. Действительно, это работает. Еще одна фича, которая здесь есть. Молодцы корейцы, они делают очень полезные фичи. Например, когда вы смотрите кино и вдруг хотите заняться какой-нибудь работой, вы можете нажать вот на эту вот чудесную кнопку. И кино у вас уйдет на фон, и можно менять его прозрачность. Вот, пожалуйста, на фоне у нас теперь летают бабочки. И при этом, кстати, смартфон работает достаточно быстро. Не знаю, кому реально может понадобиться эта функция. Наверное, это скорее демонстрация, насколько смартфон быстро совсем справляется. Но, как нам сказали, что можно смс-иться, когда смотришь кино. Если вы не можете жить без смс-ок, пожалуйста, вот, смотрите фильм, и при этом смс-тесь сколько угодно. Вот можно немножечко прибавить, убавить, и смотреть, как вот, например, вот этот бородатый человек в шляпе говорит с человеком по имени Скала. Все в порядке, все работает, эта штука можно двигать, можно вот так это все отключить. Кроме того, здесь очень интересные штучки в плане лаунчера. Например, вот видите, сейчас такая анимация у нас перелистывание. Анимации можно менять. Ну, во многих лаунчерах это можно делать, а здесь это можно делать стандартным образом. Заходим в раздел «Рабочий стол». И вот тут есть у нас «Swipe». Screen, swipe, swipe effect. И тут мы можем менять эти эффекты и сразу же их просмотреть. При этом смартфон реагирует очень быстро на любые нажатия. Очень здорово все перелистывается. Можно вот такой вот карусель поставить. Будет вот так вот все каруселиться. Ну, действительно, смартфон работает шустро. У него, кстати говоря, есть 4G внутри. Единственное, что сейчас все ждали, наверное, от LG Full HD смартфон. Ну, а здесь есть просто
HD смартфон, который зато работает быстро. Я считаю, что аппарат хороший, у него дизайн интересный, может быть, он не такой уж прямо премиальный, но все-таки вот эта вот стеклянная поверхность смотрится действительно, действительно здорово, и когда вы будете держать ее у уха, она будет так поблескивать и привлекать внимание девушек или еще кого-то. Такая немножечко драгоценная панелька. Это был LG Optimus G со стенда компании LG.